Было бы два хпала, я бы попробовал. Ну, я алос не знаю, как хилит. Вообще там вар жирный, он про их что не заканчивает. И я про кроша и олма. Ну, крош олма мы с ДКшником по одному, а вар про их. Не-не-не-не. Не танчите так? Не рискую. Вообще изи. По КД троих танчу, мишка пропала. ДКшка даже. Понимаю, я тоже могу соло своим варом танчить, но не рискую. Этого не знаешь, да, вара? Нет. Это не с гильдии, это ОФГ рейд. Ну он вроде такой, зачаренный, нормальный. Даже таланты мне нравятся. Хотя гром вообще. Шивые один только взял. Так, сразу ставлю рыбу, ешьте, бафайтесь до конца. Ну там типа, я могу это сказать, когда прожимок не будет, чтобы капли покидали, там два ретрика, в принципе, есть. Можно... Из магов дайте носовую МК. Я разменялся со злым магом. По локам дайте фулл ребаф, а то шутка. Да, зубы по ДК будут, только анонс будет. Когда что давать. Так, Пал, ты спекнулся? Тут давал на злого мага, злого мага перекинь лучше на сову. Все хорошо. Рейд фрейм еще не вытащу. Так, ДК, неутомимый, танчишь короля, забираешь короля, ставишь его в череп. Вар, танчишь звездочку и печеньку, ставишь их всех в крест. Смотри, я не помню, кого именно, но один кидает на себя поглот. Если ты его бить не будешь, агро не будет генерироваться. Поэтому найдешь, там будет поглощение, по-моему, приз. Там десешный поглот. Бей его, и через реванш у тебя будет набираться агро на второго. Ничего сложного, просто стоите в кресте. ДК неутомимый, берешь короля и стоишь в черепе. Просто стоишь, бьешь и все. Вся твоя задача. Ой, кому да? Частицу давать? Кинь частицу на Пала, на Вара. Трейсер. Короче, я его не знаю. Дайте лапу инту, пожалуйста. Квадрат побесу. Можно все остальное через рейд-чат, пожалуйста. Вот, забираешь на себя Олмо, танчишь его. Вайпаю рейд, забираешь на себя Кроша, танчишь его. Так, Локи. Ты уверен в этом выборе? В каком? Ну, я бы поставил вот этого раздетого протопала на короля, потому что король ему пизды не даст. А ДКшника со мной на этих двоих. ДКшник круче живет. Ну, давай. Там совсем печаль, кажется, попала. Да, а давай поменяемся. Вайпаю рейд, ты короля держишь, неутомимый, берешь на себя кроша. Ставлю на него череп. Держишь его. Бублик. Бубликше. Короче, лок. Кинь СС на Void Frozen ДК. Маленький член. Маленький ничего не член. Надо. Маленький член. Ничего не надо. По локам, бубликше, кидаешь проклятие красноязычия на Олма. Маленький Чен, кидаешь проклятие красноязычия на Кроша. По собакам, бубликше, первый банишь, маленький Чен, второго банишь, и третий фиряете. С пула бьем все Олма. Даете Геру, даете на пул фанты, фул на пул даете в Void Frozen. И заливаем Олма. После Олма Кроша. Потом всех остальных. По очереди. По хилам. Так. Алост кидаешь частицу на Певара.
хилишь его через частицу Эрдру, ты сидишь на протопале вайпаю рейд, который держит короля. Хилишь его. В принципе, все. Арчи, на готовность, понимание. Вот, прожимки закончатся, скажет тебе зуб ДЦ кинет. И крылья холи прист. Лучше за тем ДК смотреть. Ту-ту-ту-ту. Все? Ретрик. Войт фрозен. Че? Ретрик. Дина. Диман ровный. Сука. Вы че, угораете? Все? Еще раз. Все. Так, добавим пол. На пол сдали. Дали Геру. Первая собака сейчас пойдет. Собаку в бан. Забери. Вайда, прохильте, вайда, прохильте. Активнее, бан обновите. Вторая собака, бан. Активнее кнопочки тыкаем, ребята. Вайда, Вайд, вставай. Добили, переключились. Рейд, поднимите. Вара, прохильте. Пристабав и лапку дайте еще. Неутомимый. Войд, забери на себя. Неутомимый, иди помоги этот. Забери на себя одного. Бля, я мага забрал. Вара, прохильте, пожалуйста. Лапку друиды. Проклятие краснозичи обновите на мага, пожалуйста. Одного тяните сюда. Стоите ближе к стеночке боком, милики, чтобы не улетели прям под вихрь. Так, добиваем мага. Милики свичнулись в этого. Печеньку. РДД играет по королю.
Вихрь пройдет потом. Паун, не забирай агро, пожалуйста. Поставьте его на место. Я фигу. Вот ебанулся, блин. Крестить последнего, кто упал. Что дальше трэшить? Играйте, пожалуйста, все по звездочкам. И кикайте ему косты. Все, играем по звездочке. Следующего играем звездочка. Ставлю рыбу для тех, кто упал. Упал с пекасем в ДД. Ешьте рыбу. Так. Неутомимый. И... Void. Вы танчите. Босса. Трусер Тревел. Ты можешь этот спекнуться. ДД. Мейн танк Void. Оф танк неутомимый. Я надеюсь, тебя не служит на 13 стаках. От печеньки.
Войд, ты по своим этим... Дев, когда закончится, скажешь. Ага. Паладины там ретрики все умеют капли кидать? Угу. Так, а Лост, у тебя есть этот сакра? Нет. До сих пор нет. Я захожу на него вот так вот, когда ты собираешь, блядь, и нужен хпа, блядь. Больше, блядь, я на него не захожу. Печально. Это надо сделать, блин. Ладно, этот, сми ауру защиты на себя. Вот, первое, отдашь мастер ауру защиты. Второе, даст Scarface на ауру защиты. Потом Viper Raid. И опять по новой. В принципе, должны как-то пролететь. Так, Геру со второго даете, со второй стяжки. На первую не надо. РДД рассоситесь так, чтобы вас можно было доставать. И чтобы вы этот, выходили быстрее из завала. Милики, ставлю на себя метку. Крест. Бегайте, пожалуйста, от одной ноги в другую. В одном фрейме, желательно. РЧ на готовность. Еще раз прошу, длань жертвенности умеете кидать паладины во второй пати? Да, Скарфейс. Ага, ну я бы прошел, Диси. Ферлицы. Только вы там два раза крылья прожмете, третий раз не жмите, чтобы на себя 50 на 50 отдать, или бабу, что вам угодно, чтобы самим не сдохнуть. Ферлюций. Сейчас, еще раз. Все, ты здесь? Даю ДБМ пул. Ханты напуливаем на неутомимого ромбик. Почему пул без ДБМа? Я фласку прослакал из-за этого. Так. Стяжку поносите, пожалуйста. У меня ДБМ без магика груля. Тяжка через 7. Для тех, кто не шарит, после стяжки надо ренжу набрать. 5 метров друг от друга. Разбежались, ренжу набрали. Подняли рейд, дали Геру. Что-то какого-то бафа нет. Крик на хп вара. Сяшка через сколько? 46. Угу. Так, Scarface, возьми на себя ауру защиты, пожалуйста. Дайте ему ауру. Под стяжку отдашь мастер ауру. Танка поднимите, пожалуйста.
Разошлись, РНЖ вежи с собой набрали, пожалуйста. Мастер ауру. Куда вот тут ко мне бежишь, бля, чувак? Рейд поднять. Под одну ногу. Милики стянулись. Танк, поднимите, пожалуйста, спасибо. Активнее кнопочки нажимаю. РДД в залалах не дохнет. Милики отбежали. Милики отбежали. Эрдру на 10-м стаке начинает 3 стака жизнецвета на Войда накидывать по КД, чтобы висели. Милики отбежали от завала. Стяжка через сколько? 9 8. Вайп рейд возьми, мастер, этот на защиту ауру. Прожми мастер ауру. Прихильте рейд. Мили под одну ногу стянулись. А, блин, стойте уже, стойте. Перебежали, милики. Камнепадом стоим. Перебежали. Скарфейс, давай на себя сейф и на меня кап. Вайпурей то же самое, готовься на войды кидай. Через 2 секунды. Нет. Кидай вайпурей. Угу. Не прожал. Ну, диман ровный тогда. Активно нажимаю кнопочки, сейчас добьем. Стяжка через сколько? 35. А лост возьмешь на себя этот ауру защиты? Дашь мастер ауру под стяжку. Милики перебежали. Стяжка. Разбежались, пожалуйста, между собой. Эро леди после этот пролома дожги на хп. Приз, который живой остался, давай или зубы, или крылья. Скарлет, да, из этот крылья. Неутомимо прохилить, пожалуйста, сейчас ваншотнис.
Молодцы. Тресните павших, маги, порт поставьте шатрат, тэпайтесь. Да, ро после магика. Каждый день еще подойду. Нам светом. Что ваша жалкая магия будет удерживать меня вечно? Тыкните на шкаф. Вот за твое здоровье, ликер, слушай. Если кто-то там есть, смойте, пожалуйста. Спасибо за сум. Колоссум плюс поставьте. Thank you.
тыкните. Спасибо. Все, больше никого сумать надо. Танки хилы есть. Дали бафы, пошли. Из огня выходим и косты кикаем. Косты залп стрел. Так, варчик. Можешь в танк спекнуть сюда, без разницы. Войт, а ты чё, где? Агрите, пожалуйста, не стоим. Моя кровь. Диспелить здесь ничего не надо. Продиспелили, сдохли. Танки, пожалуйста, из огня тоже выводите, если мили будет. Еще пачку. Надо подождать. Надо Отведите, пожалуйста, оттуда. Спасибо. Танки с всякого шлака вы... Отведите из огня, пожалуйста. Да, они там их смерти кидают. Кто упал? Встали, прибежали? Что ли? Чего лежит? Да я приводил оттуда. Все же. Ставлю рыбу в офис. Так, сколько у нас танков? 3, да? Войд, неутомимый. Товар. Окей.
Так, нужно 5 плюсов, кто встанет на кубы. Коронавирус. Неутомимый, коронавирус. Gladys School, Лорд. Еще. Ферлюц. Все. Так, ферлюц, череп. Дальше. Коронавирус, треугольник. Gladys School. Квадрат. Нет, давай не квадрат, давай луна. Лорд. Крест. Неутомимый. Квадрат. Найти бы тебя во вреде. Квадрат. Все. Так, по кастам. Ферлюц, кикаешь касты в черепе. Неутомимый. В квадрате. Так, в кресте кикает Void. В треугольнике кикает Поле чудес. В луне кикаю я. Кикаем касты. Залп, стрел, пожалуйста, ребят. Залп, стрел. Только его. Шкаф поставьте. Там в ФК написано чек. Сумоньте этого оставшегося. Так, играем мы все точечно. АУЕ будете давать, когда вы этот. Когда все пять этих умрут. Чаротворца. ДКшники. Свою пачку зомбаков отдавайте по очереди, пожалуйста. На каждый голем. Первый отдаст неутомимый, второй ферлюц, третий войд, четвертый поле чудес. Паладина. По КД даете этот. Гнев небес. Первый отдаст Скарли Фейс, второй Вайпы Ред, третий Диман Ровный и четвертый Алост. Причина готовности, понимания. У всех есть войс. Первый отдал, сказал. Второй отдал, сказал. Так, Вар, смотри. Сначала весь трэш убиваем. Потом, после этого, будет сам босс. Босса держит White Frozen. Агриш на себя босса и ставишь его. А ты просто можешь где-нибудь сбоку бить его. Ну или, да, лучше сбоку. В центре никто не стоит, под лицо не встаем. В огне не стоим. В принципе, все, все задачи. Изи мод. Причина готовности. Ферлюц. А мы здесь кто будет? Так. По ДБМу. У тебя есть ДБМ? Вот, не, у меня не работает. У кого есть ДБМ магика? Там первые пару костов. 3-4 коста. Да там изи, блядь. Не, это изи, не изи. Сказать, чтобы... Если не заглючит, я скажу. Да, все хорошо. Вот бубличка будет анонс писать в чат, я сам проанонсирую дальше. Все, пульте. Ханты на пол дайте. С костами, пожалуйста, не... Только залп стрел, все, больше ничего не надо. Мобов подали своих ДК. Первый ДК отдал мобов. Второй ДК. Палы. Гнев небес. Активнее бьем.
пала гнев небес. Последнего моба доливается. АОЕ залили. Так, Ршам. Милк Сквард. Реснеш, Дима этот. Дима ровный. Эрдру, Реснеш пристает. Ресайте быстрее. Реснули, бафы обновили по ним. Все, кто на кубы, встали сразу. Я забыл, кто ставит, блядь. На вас всех 50 метки. Агри, Войт. Нормально стоит? Ну, плюс-минус, да. Ну, если надо еще провести, скажите. Что там до активации платформы? 30. Вы кубы отпускаете или держите? Держим до конца. Но если на лоу хп уже отпускается, ребята. Прохиливать их, кто на кубах будут? 10 кубы. Приготовились, подошли к кубам, стопнули вход. Зашли, взяли в таргет. Нажали. Молодцы, держим. Держим. Все, молодцы. Так, ДЦ, смотри. Ты по левой стороне прохиливаешь людей, кто на кубах стоит. По левой стороне от входа. Эрдру, ты по правой стороне. Нет. Я скажу, когда Геру. Вышка 30. Сколько до вспышки? 13. Подошли по платформе. После отброса будет. Подошли. Боссов таргет взяли, готовимся. Нажали. Держим до конца. Прохил, кубок. Отпускайте. Прохильте тех на лоу хп. Вышка 10. Приготовились, зашли на платформу. Взяли в таргет босс. Нажали. Держим.
Так, Аластарт, возьми этот ауру защиты. Когда будет раскол, ну, потолок обрасываться, дашь этот мастер ауру. Вспышки до сколько осталось? 15. Приготовились, подошли к платформе. Взяли босса в таргет. Готовимся. Да, нажали, нажали. Держим. Молодцы. Сколько до вспышки? Меня не пишет. 20 секунд. После отбрасывания подошли платформу. Босс оф таргет взяли. 5 секунд. Шаман, дай Геру. Приготовились. Нажали, 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 нажали. Нажали. Кто не нажал? Скуба не было. Чего не было? Вроде не было скуба. Что это значит, скуба не ну, было? Ну, с квадрата. А. Сипом. Встаем лесом, если заново идем. Видимо, просто ты зашел на куб во время того, как у тебя был дебаф, и он обновился. На кубе можно стоять, вообще танцевать, без разницы. Дебаф с дебафом? Вешается. Дебаф вешается только тогда, когда ты сам на куб нажимаешь. Ну так и если ты нажал на куб, и у тебя был дебаф, а потом ты сошел с куба и обратно зашел, но у тебя может обновиться. Но если только он два раза кликал. Нет. Рэл, там если заходишь на платформу, вешается дебаф иногда. Это иногда. Ясно. Иногда. Ладно, ладно, забейте, стопните флот. Делаем все то же самое, что и было до этого. Рыбу поставил. Минуту подождем. Бомжи откатятся. Следите за дебафом, ребят. Не заходите. В принципе, если фул держится, 30 секунд дебаф вешается. Он откатывается до того, как следующая вспышка активируется. Таргетом все так же запомнили. Тот косты, где кикает. Таргет взяли. Кто готов подходить? В смысле АФК 3 минуты? Чё, ты угораешь? Моя кровь станет вашей погибелью. Причина готовности. Интересно, интересно. АФК 3 минуты. Забей, заскрини его просто, улучшит этого босса не родит и все. Потом на форуме, если будет хуйня, покажешь скрины и пусть нахуй идет. Да похуй это холик. Мы подождем, ничего, 30 скроллов получил свой. Так он же предупредил.
предупредил, когда весь рейд собрался и 24 тела ждут? Ну какая разница, он предупредил. Уже Водав, это ты? Да. Блять, голос узнал. Знаком, блядь. Просто не пойму Винс, который за 30 минут проносится, и тебя в кан 3 минуты. Но... Ну может что-то случилось, очень важное. Мать с тяжелыми сумками не может попасть домой, он дверь пошел открывать. Все понимаю. Надо было так объяснительно написать. Но если Хан, он спешил. Бери, пожалуйста. Может, это девочка. И она не может написать, что она какакать хочет. Это девочки не какают его. На них музыку врубают. Варс, ты девочка? Чего? Вар, смотри, ты можешь после того, когда мы убьем мобов, у тебя будет время на респектнуться. Идешь в танки, успеваешь, потом просто смену талантов делаешь и все. Одеваешь ты дешмот. Если это девочка, пусть она идет большие, а то, что не бог нравится. Ой-ой-ой-ой, мужское государство подъехало. Из телеграмма выкинули вов, начали. Не, ну по факту же, правильно? Нет. Девочки должны в руду фармить траву, там, блядь, кожу. Феминисты эти тоже заебали, мясо не жрут, блядь. Хули вам мясо сделала? Сука. Я прям вижу эту длинную связь. Вообще никто не понял, блядь. Феминизм и мясо почему? Кто 10к голды даст просто так? Бэкхард моду даст просто так 10к голды. Сука, никого нету, бля. Раньше срабатывало, бля. Был бы девочка, сработала бы. От жалости могу дать 100 голды. Дай сотку хотя бы. Если бы это девочка сказала, как ты говоришь, и ты сказал, тупая пизда, иди работай. А чел, ты вернулся наконец-то. Там Сокотека, обрати внимание, у тебя минус 30 крова. Сокотека, ты девочка? Все, все готовы. Таргет все свои взяли. Пульте. Точно играйте, пожалуйста, сорвете агро, сдохните. Мобо подали. Тан дали. Паладина. Заслакал. Стан, обновите, пожалуйста. Опять никто застрял. Сколько до активации? Да хуя. И все. Активней кнопочкой тыкаем. Вар, можешь таланты быстрее менять. Еще раз, ДЦ, ты по левой стороне хилишь кубы. Это получается череп, крест и квадрат. А кто там был? Эрдру, ты треугольник, луну и рейд. Агрибас.
Сколько до этого? Спешки 40, окей, спасибо. Сколько до вспышки? 17. У меня были 20. Приготовились, подошли к платформе. Босса в таргет взяли. Ждем. 3, 2, 1. Я же тебе говорю, у меня более точно. Нажали, нажали, нажали. Держим. Че, хилы-то возле босса есть? Может, ты в огне там стоишь? Вот смотри. Че у вас во сколько РТ? Что? РТ во сколько у вас? РТ по вечерам. Ну, после 8, да? Нет, 7. Сколько до вспышки? 30. 25. Это еще одно откидывание. Приготовились, подошли к проформу. После откидки будет. Не прослакайте, пожалуйста. Таргет возьмите, босс. Нажали, нажали, нажали. Молодцы. Прохильте, пожалуйста. Отпускай там, кто там. Слоу хп. Я не пойму, там ДЦ не ходит, что ли? Писали в чат, что он не в дисе. Он не в дисе, он значит без ролла. Вначале писал, кто без дис, тот без ролла. Без шмота, точнее. Он там и ролли пишет. ДЦ, ну ты должен хилить. Все окей. Сколько до вспышки? 10. Подошли, взяли в таргет. Нажали, нажали, нажали. Держим. По списочке 30. Нормально. Пятнадцать. Подошли под форму. Боссов таргет взяли. Приготовились. Приготовились. Нажали, 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 нажали. Молодцы. Дернуло? Дернуло, так дернуло. У кого проценты стоят? Сколько у вас процентов? 40. Понятно. Слабенький. Я не слежу за проками с вами. Сколько до вспышки? 26.
после откидывания будет. Подходим уже под формом. Boss of Target берем, после откидки готовимся. Шаман Геру прожми, пожалуйста. Кто-то рано нажал. Ну вот именно, сейчас полетело. Замените, пожалуйста, его. Хорошо, хорошо, держим до конца. Стоп, флот, прихильте, пожалуйста. Мастер ауру, готовь, полост. Прожимки, собственно, дайте. Прожимай. Все, рейд поднять. Кто там на кубе слакает? Рано нажимает. Ну, там мимо. Сколько до вспышки? 26. Хорошо. Под облавом не стоим, приготовились, подошли к платформам, взяли в таргет. Нажали, нажали, нажали. Молодцы. Еще один раз будет, так что не расслабляйтесь. Сколько до вспышки? После откидки. Приготовились. После откидки сразу платформу бегите. А может уже и не будет даже откидки. Успеем убить. Все равно не расслабляйтесь. Молодцы. Изи. Ну, из первого трая было бы изи. Ну, блин, я не знаю, что-то так редко нажимают. Блин, я никогда не знаю, не слакаю, но какая-то ерунда происходит. Всем привет. Кто-то рано нажимает, кто-то еще что-то. Где Турика? Маги Гроль. Так, давайте сумку разролим сразу. У меня есть такая просто. 20-ячеечная. Хорошие роллы. Божественно просто. Вайпер рейд. Поздравляю, 20-ячеечная сумка никому не нужна. Надеюсь, на печеньке такого ролла не будет. Надеюсь. О, так. Вчера, ну, блядь, везде на три печеньки было, и все три печеньки по 9 кинул. ГЦ. Давайте сразу расслабим. Давайте стопнем флут на роли, пожалуйста. Спасибо. Сорян. Голова моя. Квест. Ролл. Я так думаю, поле чудес. Да. Ставлю на себя крест. Ходим, трейд кидаем. Мешок с самоцветами. Всем нужно это кольцо, блядь. Всем. Куда у вас, сука, такие роу? 98, 97. Вы шо, на приколе? Так, патология. Трейд.
Я на себя поставлю метку, если что. Поздравляю. Так, дальше. Ткань. Крит, хаста, сила заклинаний. РДД. Да это жесть. Сова. Трейд. Ну, я тоже знаю, но это... На сову как-то, ну, такое, типа. В смысле? Такое. Все нормально. Давайте потом поспорите, что на кого идет. И лучше это в чате. Так, дальше. Древковые ханты. Коты. Если они есть. Мия трейд. Дальше. Латте. РПБ. Роль отвары. И этот, Фрост ДК. ДК не рольте. Беспонтовые вообще. Так. Бар, ты что там, на танка ролишь только? Да, по майнспек. Сори. Поле чудес трейд. Сейчас, подожди, поле чудес. Все, еще раз скинь трейд, пожалуйста. Дальше. Вкусные запястья. Ролл. Мили. Так. Вой, ты у нас на ДД? Угу. Сейчас, подожди, я чекну. Здесь. Трейд. Дальше. Ткань, пояс. Сил заклинаний, крит, меткость, РДД. Один. Да в шоке. ШП. Сырол закончились, ШП, трейд. 1-1-6-6. Дальше. РДД плюс хилы. Глаз Грула. Все, трейд. На Эрдру с хостой. Ну да, теки быстрее будут. Кого, блядь, вы рассказываете, нахуй? Да, вот это точно не надо лечить. Токен, ДК, маг, лок и все оставшееся. Ролл. Да пошел ну, нахуй, куплю грудак Т4. Раз, два, три, четыре, пять. Гладес кул трейд. Штаны, бар, приз, друид. Эру Ледди, трейд. Поздравляю. И последнее. Всем спасибо.
Маги, поставьте, пожалуйста, порт шатрат. А ты анролла ничего не брал, да? Ну, я забрал анролл. А что, забрал? Речь. А, все, прости, провтыкал. Есть желающие, пойдемте ИК-25. Да, можно, я не против тоже. Я пойду посплю. Давай.